Здравствуй. Позволь мне представиться, я армянин. И мне 3000 лет. Армения – так называется дом, в котором я живу. В разные исторические эпохи соседи и чужестранцы называли мой дом по-разному. Урарту, Армани, Минни, Биайна, Аяса, Наири, Айк, Армения. На одной из горных вершин моей страны, на священной горе Арарат, Ной причалил свой корабль, дав этим человечеству второй шанс. Как колыбель цивилизации, я есть на самой древней каменной карте мира, наряду с Вавилоном и Ассирией. Но они давно исчезли с лица земли и канули в вечность, а я жив.